Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Адыгея задокументирован факт противозаконной деятельности, связанной с реализацией несертифицированной никотиновой продукции, жидкости и электронных сигарет. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий еще в начале текущего года полицейские установили, что индивидуальный предприниматель 55-летний житель города Майкопа из своего магазина, расположенного по улице Депутатской Республиканского центра, реализовывает немаркированную никотиновую продукцию. В ходе дальнейшего осмотра в магазине следственно-оперативной группой и оперативниками обнаружены и изъяты 752 немаркированных изделия – электронные сигареты и жидкость для электронных систем доставки никотина. С учетом результатов проведенных экспертиз экспертно-криминалистическим центром при МВД по Республике Адыгея и собранных оперативниками материалов, дознанием отдела МВД России по городу Майкопу в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК Российской Федерации. Санкция указанной статьи предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до трех лет со штрафом в размере до 129 тысяч рублей.